Привет, ребятки! Сегодня ко мне попала штука, которую я давно хотел опробовать и затестировать. Большое спасибо Максиму Николаевичу из группы «Большой Лебовский». На момент записи видео он ее, кстати, еще продает, так что если кого интересует, то пишите чуваку в личку, контакт оставлю. Так вот, Ibanez Fathead PD7 Bass Overdrive. Прежде всего, хочу отметить их дизайн и форм-фактор вообще всей этой серии педалек у Ibanez. Легкий, но очень крошечный корпус. Интересные крутилки, которые при нажатии прячутся в корпус, потому мы можем выставить настройки, спрятать их, и они не будут ни на что цепляться при переноске или случайно там. Батарейный отсек открывается с помощью нажатия на маленькую кнопочку. В общем, все это мелочи, но на самом деле очень приятные мелочи. Когда ты пользуешься ими, то чувствуешь, какой заботой разработчик подходил ко всем этим вещам. Потом думаешь, почему все остальные не могли сделать так же. Настолько это приятно и удобно. Управление. Драйв, низы, верха, выходной уровень, трехпозиционный тумблер с типом перегруза, тумблер атака. В общем, поехали. В общем, такая вот штука. Как вы могли видеть и слышать, в режиме Clean это что-то типа бустера, который
слегка подогревает, как бы насыщает звук, не вводя его в перегруз. Причем положение ручки драйва как-то и не ощущается особо. Потом овердрайв, где мы, собственно, получаем овердрайв, ну и дисторшн, где мы, собственно, получаем дисторшн. А если у некоторых педалей мы можем с помощью ручки драйва, гейна, как бы там называлось, плавно регулировать вот этот переход от легкого насыщения до ограничения сигнала и, собственно, до овердрайва, до грязного овердрайва, здесь так не получится. Здесь мы либо чистый, либо драйв, либо дисторшн. Самым странным мне, конечно, показался тумблер атаки, потому что он режет низы, режет середину и очень сильно нахлобучивает вверх, причем даже в режиме чистого звука он звучит явно перегруженно и звучит практически одинаково во всех режимах. Не знаю, кому это будет нужно, но мало ли. С эквалайзером, в принципе, все понятно, он мне здесь не вызвал каких-то нареканий. Вообще, в целом, мне эта штука понравилась. Хотелось бы, конечно, ее сравнить, например, с Boss ODB, который примерно в том же диапазоне и вообще. Но, как некоторые знают, Boss мне ужасно не понравился, я просто его разнес. Может быть, я просто не совсем понял эту педаль, вероятно. Но все же. И что самое забавное, хозяин этой педали как раз-таки перешел в итоге на Boss. Потому что эта педаль в плане перегруза как раз-таки слишком жесткая, когда Boss позволяет более плавно регулировать все эти дела. Но все же, конечно, это очень разные штуки. И по ощущениям, и по управлению, и по возможностям. Тут, кстати говоря, опять же, нет ручки Blend, так что если вам хочется смешивать перегруженный чистый сигнал, это не по этому адресу. Так что, не знаю, ребятки, играйте, слушайте сами, выбирайте с умом, не доверяйте первому встречному мнению, особенно моему, и всем пока.